Всем привет, дорогие друзья, с вами Кирилл, и сегодня будем играть в Ice Cream 7. Да, Ice Cream 7. Так, активировать облик ловушки. Так, ну, давайте начнем играть. Загрузка идет. Что? Не здесь. И не здесь. Лис нигде нет. Погоди-ка, а в какую трубу она спустилась, когда мы убегали от рода? Хм, кажется, в синюю. В каком смысле кажется? Ответь точно. Лис могут убить или что похуже. Мы делаем, что можем, Майк, успокойся. Я не хочу успокаиваться. Мне надоело бесполезно пялиться в кран. Так... Нет, прекрати, это слишком опасно. Ты сильно шумишь. Ух ты, кажется, трубы снова открылись. Чудо, чудно, совсем другое дело. Дай сюда, я спасу твою сестру. Джей, когда я влезу в трубу, нажимай на кнопку, чтобы дверца не открывалась. Прошу, не своди с этой штуки глаз, чтобы ничего не случилось. Ладно, погнали. Так. Так. Мне срочно надо что-то придумать. Зачем он это сделал? Теперь и Майка теперь искать придется. Тьфу. Так. Что у нас тут? Кнопка. Так, нам показывают сферу. Куда нам надо идти? Приседаем вот так. Все тут так делаем. По завершению опыта люк поднимет под... Ну, короче, открыть. Я уже, в принципе, знаю, как проходить. Так, кто это? Тут у нас испытание над обезьянами. Так, банка с мозгами нам нужна. Так что мы кидаем сразу сюда. Так, что у нас тут есть? Тут у нас ничего, да? Ну да, ничего. Записка, напоминание. Если ты снова забудешь, где лежит ключ карты от лаборатории, она в сейфе. Камеры хранения в городском парковке. На городской парковке. Нам нужен белок. Где белок? Я белок найти не могу. Еще вот этот шкаф не открывал. Вот он, белок. Его надо сюда. Хочу вам показать один прикол, если я нажму вот так и сделаю графику низкой, то у меня каким-то образом все лагает. Видите? А когда я ставлю графику высокой, все нормально становится. Я не понимаю, из-за чего это, но почему-то это так. Так, ну все, в принципе, можно идти к Майку. То есть, ну да, сюда. Найдите сейф Рода и... Найдите сейф Рода и откройте его, чтобы забрать ключ карты и помочь друзьям. Опа. Выход, чтобы выбраться из библиотеки и встретиться с друзьями. Так, сейчас мы откроем, зарядим ее до второго уровня и отдадим Майку. Кстати, вот у меня она в прошлом прохождении просто проходил. Было вот, она висела вот здесь.
Ну что, еще разный спавн? Маки, маки, маки. Держи свою эту карту. Но пока тебе не нужна. Пока мы пойдем починим электрическую пушку. Крайне липкий материал. Но это будет конфетка. Жидкость. Вектор по воде. Здесь? А, вот она. Сверхлипкая конфета. Сверхлипкая. Как телепортироваться научился? Так, сейчас. Ема 999. А, это у меня кот так сделал, да? Да, только 6. Она нужна лис. Так, все, теперь пушку вернуть надо. Да, как же заколебало. Так, белок, белок, белок. Ставим сюда. Потом берем пипетку. Пипетку. Майк. Очкастый очкорик. Очкорик. Ладно, извиняюсь, не очкорик. Ты наоборот всех спасаешь. Ой, какой звук неприятный. Все, у нас есть секретный ингредиент. Е-е-е-е-е. Много раз бегаем. Заколебало. Ой. Еще вверх. А пока не будем отдавать. И взять стабилизирующую жидкость. Так. Потом вот так. 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 Потом вот так. Так. И вот так. Дать смесь хомяку. Пока он пьет. Где пипетка? Где пипетка? Ему ее тут не видно. Открываем. Теперь идем за банкой. Все. Мороженчик, мороженчик. Гайд. Да ё-моё. Так, куда он сейчас будет идти-то? Налево, потом вверх, потом туда, потом вверх и туда. Все, пойдем, мини-родик. Ты иди со своей жопой вонючей. Фу! Фу! Ема! Вот сейчас сотрясение должно быть. Всякую себе в бошку кинуть. Мало людей так могут сделать. Давай, иди, 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 мой хороший. Иди, иди, иди. Можно. Ай, мам, под текстурки. Да. Куда он пошел? Он тупой? Ну все правильно, вон та кнопка. Или вот эту надо было. Кажется, нет. Кажется, надо было не ту кнопку. А, нет, ту. Куда ты бежишь? Ема, он бегает. Это вообще точно? Ема бегает. О! Все, зазвенело. Пи-п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 и. Ура, все, прошли? Да, блин! Лис не открыла сейчас мою дверь. Лис, ты чё такая тупая? Хотя я за неё играю. Это я тупой. Меня только что тупым назвали. Это был я. Всё. Лис, мы наконец-то вместе. Пора убраться отсюда, Майк. Послушай, Лис. Мы не сможем вне выбраться, поэтому я хочу тебе кое-что сказать. Мы обязательно выберемся отсюда. Мы поговорим, но сначала нужно добраться до ребят. Я не хочу говорить об этом при всех, глупышка. А,
Хорошо, что она отодвинулась. Ха-ха-ха-ха, хорошо, что мы вместе. Ух ты! Эй! Что ты тут делаешь? Не убегай, толстяк! Вернись сейчас же! Сейчас же! Я не знаю как, но урод нашел меня и пришел за мной сюда. Толстенькие дети, убирайтесь отсюда! Чарик, где ты был? Надо было сразу возвращаться, когда ты передал ключ-карту. Это сейчас не важно. Надо остановить рода. Кстати, как хорошо, что мы наконец-то вместе. Толстенькие дети, убирайтесь отсюда. Теперь он хочет, чтобы мы убрались отсюда. Благодарим за игру. Оставайтесь с нами и следите за продолжением истории. Ну ладно. Всем спасибо за просмотр. Всем... Еще танка. А это? Я не видел ее. Ага. И что? Так вот откуда в трейлере 8-й части была монахиня. Сестра Мэдли наконец-то добралась до фабрики своего сына Рода. Что будет дальше, пройдите последнюю игру и узнаете, чем закончится сага Айскрим. Ну что, всем спасибо за просмотр. Всем пока.